те его беспокоят в течение 5 лет, и он принимал альфа-блокаторы с временным положительным эффектом. Ну, а на последнем протяжении года он отмечает неэффективность консервативной терапии и усиление вышеуказанных жалоб. Значит, общий уровень ПСА 0,75, КУ максимальный 6,6 мл в секунду при объеме 150 мл. Значит, остаточно мочи 25 мл, объем 31 кубический сантиметр по данным трансректального ультразвука. Значит, что мы… ну, во-первых, давайте так, я больного представил. Хотел поприветствовать всех, кто сегодня присоединился к такому замечательному конгрессу, всех участников, поблагодарить организаторов за возможность принять участие и, конечно же, всю операционную бригаду, наших анестезиологов, операционную сестру. Значит, итак, будем мы делать сегодня трансуретральную резекцию. Используем мы для этого оборудование компании Karl Storz. Это 26-й ирригационный инструмент, 26 Charrier Iglesias, соответственно, 12-градусная оптика, камера, которую мы используем, это маятниковая камера пендулем, достаточно удобная для эндоскопических операций с фиксированной точкой угла обзора. Значит, и самое важное — это генератор Autacon 400 третьего поколения, который как раз чем отличается от предыдущих, это более быстрое разгорание петли, соответственно, сохранение длительно хорошего режима плазмы, что позволяет достаточно плавно резицировать ткань. Ну и, соответственно, нет дополнительных блоков, это единый блок. 8 режимов резки ткани, как монополярной, так и биполярной. Ну, соответственно, мы выполняем биполярную трансуретральную резекцию. Значит, железа маленькая, но при этом у пациента есть вот такая средняя доля, незначительно выраженная, но, по всей видимости, она и обуславливает вот этот клапанный эффект и ухудшение клинической картины. Значит, начинаем мы, учитывая, что железа небольшая, да, мы не будем там какую-то специальную методику применять, там, не знаю, или кокофлокса, или там Несбита, потому что здесь мы не предполагаем большой кровопотери, но в целом, если бы это была большая средняя доля, железа там более 80 кубических сантиметров, наверное, при средней доле я бы сначала, в общем-то, отсек артериальной веточки простатической артерии вот здесь на 5-7 часах, убрал среднюю долю, потом боковые. Но в данной ситуации мы начнем просто со средней доли в области шейки. Устье достаточно далеко. Начинаем срез с заданной начальной точкой. Я не буду сейчас делать удлиненные срезы. Они у нас будут пошаговые. Мы откроем капсулу в области шейки мочевого пузыря. А дальше уже так называемыми траншейными срезами мы уже дойдем до семенного бугорка. Это конечная точка среза. И потом будем переходить на боковые доли. Вот, в принципе, не будем стараться сильно углубляться. Ведь... Да, Федор Анатольевич. В своей клинической практике практически никогда не делаю трансуретральную резекцию, уже достаточно давно. Вы знаете, я апологет эндоскопической нуклеации. Значит, но я всегда говорю о том, что и мы курсы проводим, да, на которых Ромаис Альбертович показывает именно технику трансуретральной резекции. Он имеет наибольший опыт в этом плане. Но мы всегда говорим, что трансуретральная резекция — это начальный этап овладения всей эндоскопией, эндоскопии нижних мочевых путей, ну, я имею в виду аденом предстательной железы. Вот. Соответственно, без опыта трансуретральной резекции начинать любые виды эндоскопической нуклеации нежелательно, я не рекомендую. Почему? Потому что мы много раз обсуждали ситуации, когда может возникнуть потеря слоя, сломаться лазерный аппарат, вам нужно будет заканчивать операцию именно трансуретральной резекции. Плюс техника гриба, да, которая также сейчас достаточно активно применяется в тех стационарах, которые не имеют в наличии марцеллятора. Вот, поэтому, конечно, это основа основ. Тем более, вообще, в принципе, в 30-м году эта методика отпразднует столетие.
И смотрите, несмотря на то, что 100 лет, да, она до сих пор актуальна и востребована. Ну, во-первых, на мой взгляд, почему? Потому что достаточно проста в освоении, это раз. Во-вторых, технология дешевая и на сегодняшний день доступна практически каждому стационару. Да, здесь за 100 лет тоже произошли определенные усовершенствования, да, видите, новые поколения генераторов, плазма. Поэтому на сегодняшний день для этого метода тоже нет ограничений, как было раньше, там 80 кубических сантиметров. Можно удалять и более крупные аденоматозные узлы, я имею в виду, ну, гиперплазию простаты, да, с той же эффективностью функциональной. Поэтому, ну и плюс, конечно же, появление биполярной энергии позволило, в общем-то, устранить или избегать такое осложнение, как... Да, мне водичка немножко. Избегать такое осложнение, как Тур-синдром. Да, мы иногда видим также при эндоскопической нуклеации синдром водной интоксикации, когда избыток натрий-хлора может за счет там, перфорации, повреждения венозного синуса попадать в кровоток, да, и отражаться на сердечно-сосудистой системе, на дыхательной системе. Вот. Но в целом на сегодняшний день это... Весьма безопасная технология. Вот, смотрите, сделали мы на 6 часах, обнажили капсулу. Обнажили капсулу. Здесь пока сейчас мы будем давать возможность сокращаться этой зоне. И, в принципе, апикальная зона — это всегда финальная часть трансуретральной резекции, потому что она самая ответственная. В принципе, модификации трансуретральной резекции, такие как, например, методика Раслера, да, то есть это что-то такое гибридное, и тур вроде бы, и нуклеация, наверное, такой переходный вариант, когда мы формируем, обнажаем капсулу на 6-12 часах, а потом, соответственно, делаем уже от апикальной зоны, мобилизуем аденоматозную ткань и тем самым обескравливаем сразу большие узлы гиперплазии, потому что мы коагулируем крупные веточки простатической артерии капсулярной непосредственно у хирургической капсулы. Это очень удобно, но, еще раз говорю, классика тура, она заключается в том, что он проходит как бы в три этапа. Первый — это, в общем-то, открытие шейки, неважно, там на вентральной или дорзальной поверхности. Второе — это создание вот этого конуса, да, когда мы там по всей поверхности удаляем аденому. И третье — это уже апекс. Все модификации, которые на сегодняшний день есть, они были предложены еще там в 40-х, 50-х годах. Если вообще, в принципе, кому-то интересна история, то ну, считается основателем трансуретральной резекции, это 20-е годы прошлого века, Хью Хэмптон Янг, который, в общем-то, предложил так называемую холодную резекцию. Да, было, фактически она осуществлялась вслепую, было много осложнений, связанных с кровотечением, длительным реабилитационным периодом, но ему повезло, он прооперировал на тот момент железнодорожного магната бриллиантового Брэди, который долго-долго выздоравливал. Ему повезло, он выжил после этой операции. И благодаря его финансированию на территории университета Хопкинса была открыта клиника, урологическая клиника Брэди. Вот так вот. Отлично. Да. Да, Федор Анатольевич. Выделяем
Федор Анатольевич, вы абсолютно правы. Трансуретральная резекция, она тоже, я вот уже говорил про комбинации, про методику Раслера, да, потому что самое сложное в трансуретральной резекции – это апикальная зона. Не добрал апекс, пациент не будет мочиться, будет работать клапан, да. Значит, переборщил в этой зоне, может быть, недержание мочи – это самое страшное осложнение в результате повреждения сфинктера. Все-таки мы здесь работаем не лазерной энергией, да, а электрохирургической энергии. Но, значит, если мы говорим о классическом туре, то мы всегда начинаем от шейки. Безусловно, было бы проще нам, и те, кто делает инуклеативные техники, они понимают, где начать, да, зона семенного бугорка, мы, соответственно, начинаем от апекса, заходим и начинаем двигать основную массу ткани в ретроградном направлении. Но чем и отличается трансуретральная резекция от инуклеации, это именно началом характера операции, зоны операции. Если вы вспомните, то все инуклеации Питером Гиллингом, трехдолевая техника, она же начиналась тоже от шейки. Почему? Потому что он тоже имел опыт исходно выполнения трансуретральных резекций. Только потом модификация техник инуклеации и электрохирургической, и лазерной, она претерпела такие изменения, что теперь все пособия начинаются с вхождения в слой именно в апикальной зоне. Да, вот. Я о чем? О том, что, ну, как вы понимаете, вот, я о чем хочу сказать коллегам. Тур, вот, резекция, да, классическая, это очень, мне кажется, для меня более сложная операция, чем инуклеация. Почему? Потому что дойти в слой, вот как я сейчас вижу, и мы все видим, смотрим, это миллиметры капсулы, понимаете, да, Николай Иванович, да? И вот я к тому, что сейчас уже даже думаешь, как обучать коллег, тур делать там, или, может быть, все-таки депрессион. Федор Анатольевич, я уже сказал, что, конечно, на любых даже обучающих курсах всегда должна присутствовать классика. Это трансуретральная резекция. С нее надо начинать. Во-первых, она дает понимание анатомии. Это первое. И нельзя сказать, что все любые эндоскопические операции на предстательной железе, они типичные и одинаковые. Во-вторых, помимо анатомии, вы должны различать, дифференцировать аденоматозную ткань от хирургической капсулы. Опять же, структура хирургической капсулы достаточно условная анатомическая структура, и у всех пациентов она может иметь, в зависимости от структуры гиперплазированной ткани, иметь различный визуальный контроль. Вот, поэтому здесь, еще раз говорю, трансуретральная резекция – это основа основ, и данная методика в руках хорошего эндоскопического хирурга может иногда достигать лучших результатов, чем эндоскопическая инуклеация. Но еще раз говорю, опять же, при определенных объемах гиперплазии простат. Вот мы вышли с вами на вентральную поверхность. Обычно здесь всегда меньше ткани, поэтому мы ступенчато, шаг за шагом, убираем аденоматозную ткань. Борис Александрович. Да, Борис Александрович, добрый день. У меня два вопроса к вам. Да, конечно. Ну, я уже сказал, что я являюсь апологетом инуклеации. Я бы сделал ему лазерную инуклеацию, учитывая, что объем железы небольшой. Для электрохирургической инуклеации, наверное, здесь при механике было бы больше непреднамеренных повреждений капсул. Это не нужно абсолютно. Вот. Если бы это был склероз шейки, да, там, либо первичная болезнь Мариона, либо это рубцовая деформация, конечно, в этой ситуации, может быть, я предпочел выполнить трансуретральную резекцию, хотя на сегодняшний день те возможности лазерных технологий, новые лазеры, тулево-волоконные,
с теми параметрами, модулированными импульсами, которые есть. Это очень быстро, эффективно и качественно. Опять же, еще раз говорю, при наличии соответствующих навыков технических. Ну, смотрите, чаще всего это проблема больших желез, да, когда вы достаточно длительное время работаете, не опорожняя мочевой пузырь на 12 часах, и вот эти, скажем так, продукты, испарение, плазма, они органические, они, соответственно, скапливаются в области дна верхушки мочевого пузыря. Поэтому в этой ситуации, безусловно, нужно периодически выполнять опорожнение. Это позволяет не только избавиться от избытка газа, который может быть взрывоопасен, да, но и позволять сократиться предстательной железе, после чего вы можете увидеть дополнительную резидуальную ткань, которую необходимо резицировать. Вот, поэтому... Вот такие вот рекомендации. Спасибо огромное. Угу. Но, ну, тему мы в Александровичем не говорили до этого, но сейчас мы подаем статью в урологии с химиками. Мы исследовали анализ данных, которые вот есть. И я думаю, что коллегам будет интересно. Не, безусловно, будущие технологии и в лечении гиперплазии простаты за инокулятивными технологиями, потому что это более эффективно, да, с точки зрения, ну и более безопасно при больших железах, меньше кровотечения, кровоточивости ткани, кровопотери меньше, это доказано. Но трансуретральная резекция, на мой взгляд, еще раз говорю, из-за доступности технологий, быстроты освоения, она никуда не денется. Да. Как мы пришли к эндоскопической инокуляции? Ну, смотрите, мы... Хорошо, что можно такой миллиметровый срез
Федор Анатольевич, безусловно, вы правы. Мне тоже на сегодняшний день комфортней выполнять при любых объемах инукляцию. Почему? Потому что вы правы абсолютно. Это меньше сопровождается каким-то кровотечением. Это позволяет убрать любые объемы достаточно прецизионно, например, лазером. Да? Электроинукляция происходит намного быстрее, чем, соответственно, трансуретральная резекция. Ну, грубо говоря, при увеличении объема предстательной железы, аденома, да, при трансуретральной резекции время самой операции будет пропорционально увеличиваться. При инукляции не так. Железа чем больше, она сама инукляция может происходить, ну, приблизительно то же время. Да? Вот, потому что техника немного совсем другая. Поэтому, конечно, вся урологическая техника, она движется в сторону усовершенствования, потому что появляется новое оборудование, появляются новые методики. Конечно. Конечно. Даже я смотрю на вас, вижу ваш опыт, и все, но вы напряженный, да, то есть срез, который вы делаете, он прямо на грани таком, что вы реально, Николай Иванович, там вот ручку создаю, там такое. Раз со мной, да? Да. Значит, я просто хотел обратить внимание, коллег, вот делаем тест смещения, да, мы выходим за сфинктер, и обязательно мы должны, ну вот это вот, чтобы покрасивее. В принципе, я считаю, что на этом операцию можно закончить. Ну, я имею в виду гемостаз, конечно, отмыть фрагменты, но Да, Николай Александрович, внимательно вас слушаем. Николай Александрович, ну смотрите, после инукляции, если мы говорим о стрессовом временном недержании мочи, то это в принципе, если мы говорим про инукляцию, то это не совсем осложнение, это чаще всего временная ситуация. И процент может достигать там от полутора, ну, в зависимости от техники выполнения, это разнофакторная ситуация, до 24%. Вот, в разных руках, при разных техниках. Но это ситуация проходящая. При трансуретральной резекции чаще всего мы можем видеть, скажем так, ургентное неудержание мочи. А вариант недержания, если мы говорим о повреждении сфинктерной зоны, именно сфинктерной зоны, то риски при туре, они выше, чем при инукляции. Потому что при инукляции, я вам объясню почему, вы, как правильно мы начали говорить, вы в апексе сразу уходите и отводите аденоматозную ткань от сфинктерной зоны. В данной ситуации, вот я сейчас просто, мы работаем, все, мы вот смотрите, у нас окно достаточно хорошее. Пациент будет мочиться, я это вижу. И вот эту ткань в апексе можно уже, в принципе, ну, учитывая, что даст... Ну да, учитывая, что все близко. Хотя сейчас я думаю... Некомфортно. Некомфортно, согласен с вами. Ну, выше, потому что, объясню, Николай Александрович, почему. Потому что при туре мы не работаем так радикально в апексе, как при инукляции. Второй момент. Один из факторов стрессового недержания мочи при инукляции — это объем удаляемой аденоматозной ткани, а при инукляции априори мы берем больше объема, чем при туре. Поэтому, конечно, выше.
И вы здесь правы. Да, конечно. Мы по чуть-чуть сейчас еще наведем марафет здесь. Да-да-да. Мы пока в ту операционную можем не перемещаться, потому что там есть некоторые технические особенности, да, и мы можем с вами дальше подискутировать по поводу трансуретральной резекции. Ковровая. Ну, смотрите, здесь действительно все очень зависит от клинической ситуации конкретной. Здесь, например, вот смотрите, ткань практически не кровит, недостаточно точной коагуляции при помощи петлевого электрода. В рутинной клинической практике, когда я выполняю лазерную нуклеацию, либо биполярную нуклеацию, да, там я использую, соответственно, либо шариковый электрод, потому что поверхность большая достаточно. Вот, либо электрод Хермана, если это биполярная нуклеация, то есть как бы он уже заряжен, да? То есть чтобы сделать коагуляцию быстрее и надежнее, да? Вот. В данной ситуации я придерживаюсь стратегии вот точной коагуляции. В принципе, даже, смотрите, когда мы делаем срез не быстро, да, а, скажем так, ну, постепенно, не ускоряя процесс, то, в принципе, гемостаз, он автоматически имеет место быть. Перфекционизм, это, да, перфекционизм это называется. Вот, все. Я лучший враг хорошего. Вот смотрите. Все. Прекрасно. Да, ну еще раз хочется. Я просто на бис, да, спасибо. Да. Все, отмываю последний фрагмент и ставлю катетер, с вашего позволения. Все, включаем свет, мы закончили, выходим.